тротуар проспекта Шахтеров, Новоайдаевки. Вот так вот Сбербанк относится к своим клиентам с почтением. Заплывайте, господа. Все утонуло. Сбербанк. Насыпали какой-то грязи. Это, наверное, чтоб шахтеры не забывали свою работу. В шахте же сырость, грязь. Вот для них такой проспект. Ни лавочек тебе здесь нет, чтоб отдохнуть, посидеть. Ни урн. Все, тут уже каша начинается. Малаша. Весь район такой. Надо уходить куда-то в сторонку. И ведь знает администрация, все знают, что здесь такой бардак, и никто никаких мер не принимает. Вот колодец здесь утонул. Здесь тоже лужа. Кирпичики знаменитые. Рядом хлебница. И все так далее. Там то же самое. Бардак. Виноградовой. Шахтеров 26. На брови. Здесь возле киоска грязь постоянно. Бардак. Итак, вся улица это, проспект, это не улица, это проспект, звучит так как гордо, Шахтеров. Вот эта улица, проспект Шахтеров 34 теперь.
Про такой бардак есть везде. Остановка. Машины заезжают как хотят. Вот такой у нас бардачок с полного Байдаевки.